наркотических веществ, там говорилось о том, что там идет постоянное систематическое нарушение общественного порядка, совершение особо тяжких преступлений, это имеется в виду грабеж, разбой, поджог личных автомобилей. И тогда же, в 2009 году, было представление органов милиции, была проведена проверка, было совещание, если мне не изменяет память, с представителями районной администрации, с представителями милиции, с представителями работников исполкома, что эти все факты в принципе подтвердились. Потому что нарушение общественного порядка возле клуба «Делириум» постоянно. При том, что большинство преступлений происходит под прикрытием службы безопасности этого клуба. Когда служба безопасности скрывает людей, совершивших преступления, от наказания. Эти все факты были выявлены в результате проверки. И тогда было еще, в 2009 году было представление о том, чтобы сократить работу клуба до 24 часов, если мне не изменяет память. Это, вот я что хочу сказать о систематическом нарушении. И не надо тут придираться именно к систематической продаже наркотиков. Я говорю о том, что систематически возле этого клуба, на территории, внутри этого клуба совершаются преступления. И такого в городе Николаеве не должно быть. Поэтому я считаю, что решение, которое сегодня предложено исполкому о том, чтобы скасовать дозвел, я считаю, что это решение правильное, и призываю всех членов исполнительного комитета за это решение проголосовать.